Мы хотим поблагодарить организаторов и дизайнера Надежду за приглашение. Великолепный день, великолепный пикник. Мне кажется, все состоялось, все получилось. Ну, дети довольны, прекрасное мероприятие. Модель вообще, лук обворожителен. Мы ждем новых приглашений, будем рады сотрудничать. Спасибо Надежде и Фатиме. Хотел поздравить вот Надежду Асачью с ее замечательной коллекцией. Собственно, она поддерживала меня на мой день рождения, также в котором было 3 презентации про одежду. Чтобы все было легко и беспрепятственно. Иди сюда. Папарацци. Будь тебе папарацци, Сереж. Мама, я тебя сфоткала. Спасибо. Вообще, вот самую лучшую поддержку вы получили. Он самый вот такой вот человек непритязательный. Вот если надо будет со мной сесть под дерево, он сядет и будет сидеть, мне кажется, и поддерживать. Да, мы будем сидеть вместе и поддерживать друг друга. Но самое главное, вы знаете, ребят, как бы вместе мы сила, а порознь один к одному. Но я за 25 лет как бы уже прошел этот жизненный путь и понял одно, что в этой жизни, ну как бы меняется все. Меняются люди, кто-то уезжает, кто-то приезжает, кто-то чего-то. Но хочется все-таки, чтобы не разрывались эти нити, хочется, чтобы они длились, чтобы мы укрепляли только наше содружество и помогали друг другу и были полезны. Вот. Поэтому, собственно, мы сегодня здесь для того, чтобы укреплять, поддерживать. Баксов опять на этой сцене! Мне Бог с небес! Я жду от вас, цветов, ангел мой! Спасибо, спасибо, спасибо! Обожаю, друзья мои, бабушки, меня забудьте! Аплодисментами, улыбками и цветами! Все цветы, что только есть на свете, я сорву. Чтобы ты открыла сердце мне свое. Все цветы, тебе одно лишь только я дарю. Никто не подарится на них, мне как везет сегодня. Какой урожай! Даже в Кремле так мне не подают, как сегодня. Повезло, видите, какой гостеприимный Казахстан. Слава Богу, мне повезло. Ну что ж, друзья, о, ангел мой. Ну слушайте, я даже не знаю, растерялся, надо выбрать себе невесту. Кто будет моей невестой? Да, девочки, вот сюда, сразу бросайте сюда, мимо не приходите. Вот, а может коробочку положить. Спасибо. Для денег на всякий случай. Чтобы уж заодно, да? Дети, подходите ко мне, будем вместе с вами танцевать. Модер! Поехали, девочки! Паровозиком! За мной, паровозиком! По кругу! Счастье на двоих. Ай, чё, давай!
Сегодня у меня на мероприятии выступит Александр Тарасов, вы еще его не знаете. Но это будущая звезда. Почему? Потому что он лучший вартюдит Доминика Джокера. И подающий надежды, как говорится, будущий голос России, так сказать. Вот, мы очень дружим с семьей. Вот. Так как Доминик сегодня не смог с Екатериной приехать у нас на мероприятие, вот. Его ученик, можно так сказать, приехал нас поддержать, ну и побыть с нами в этот серьезный момент. Вот, надо брать интервью. Я рад здесь присутствовать. Я в первую очередь хочу поблагодарить Надежду и поддержать ее. Она начала старт свою карьеру. До новых встреч в Кремле! Спасибо огромное, спасибо. Я все ждал, когда гвоздики начнут нога носить. Ладно, вы молодец, правда, вы молодец. Все хорошо. Нет, мы... Я хотел бы поблагодарить меня. Окей, спасибо. Она немножечко неординарная сама по себе личность, и поэтому Лекса, и в соответствии песенки у нее такие молодежные, да, в большей степени для нового поколения, что-то между Бритни Спирс и, наверное, нашим шансоном русским. Это первый фэшн-автошоу 2017, где мода соприкасается со спортом. Спорт соприкасается с модой.
Ладно, так, напоминаю, что любой желающий может проехаться вот на наших сегодняшних болидах. Я немножко о тебе расскажу, чтобы были в курсе. Победительница конкурса красоты и таланта World Russian Beauty. Мисс, мини-мисс Подмосковья 2016. Серьезный конкурс. А что за конкурс такой, мини-мисс Подмосковья 2016? Что? Я понимаю, что такое мини, а в Подмосковье что за конкурс? Что там? Самая красивая девушка в Балашихе? Чего? Что? А, всего Подмосковья? Серьезно. Так, вице-мисс Подмосковья 2017. Смотри, ты упертая. Второй год ты подряд едешь. Супермодель 2017 года. Первое место в номинации «Мисс Улыбка». Выступление на площадке Одинцова. Вот. Вот и ответ на слово «Подмосковье». И Москвы. Сорвалось. На дне города с песней собственного сочинения. Ты пела на дне города? Москвы? Серьезно? В том, в этом году? В том? В том, наверное, да? В том? Так, участница продюсерского центра DMC Music. Многочисленные съемки на телевидении и журналах. Участие в различных показах. Пишет стихи, пей. Короче, мама тебе вообще присесть не дает. А где мама твоя? А Надежда твоя мама? А, вот в чем дело. Вот почему так много написали. Так я верю, что так. Ну неужели вы думаете, что брешут здесь? Здесь вряд ли будут обманывать. Пишет стихи, пишет песни. Пишет просто. В августе 2016 года вышла замуж. В августе 2016 года вышла ее первая авторская песня «Миг детства». Так, ты будешь ее петь? Ваши аплодисменты. Но столько регалий, друзья мои. Не то, что там вот у Филимонова Сережи. Лекса, Кристина, Наталья Рос. Наталья, вы знаете, ваша песня будет жить. Будет, обязательно. Как вас не станет, так и заживет. Нет, вы... Нет, сейчас, секундочку, просто... Нет, вы знаете, что вот в чем вам повезло с Сергеем? Это человек, который верит в вас. В наше время очень важно, чтобы был рядом человек, который верит в нас. Самое главное, чтобы она жила, эта песня. Она будет жить, еще она переживет очень многих. Еще кинет... Она вон у нее в кулачке немножко земли, она еще киданет ее сверху. Самое главное, правильно сформулировать свои реплики. Все верно вы говорите. Это на следующее мероприятие, на которое я, к сожалению, не попаду. Так, я передаю тебе слово. Вот, ты споешь ваши аплодисменты еще раз. Давайте. Песня про маму, она не моя. Вторая будет моя. А где мама? А где мама? А где мама? Обидеть своих ошибок, не увидеть, а мама.
кажется, что-то как-то мы все расплакались, как-то не весело у нас здесь. Давайте что-нибудь поем веселенькое. А моя песня «Миг детства», она очень веселая. Так что давайте слушаем мою песенку. Благодарю всех, кто сюда пришел, что они оторвали время и приехали сюда на этот прекрасный праздник. Первое фэшн-автошоу. Спасибо.